мировая экономика существенно пострадала», — заявил Фредерик Жанбон. Глава крупного инвестиционного фонда не ждет резкого роста. Скорее всего, подъем будет более медленный. Вероятно, за нынешним ростом будет очередной спад на фоне второй волны вируса. Отсутствие лекарства от коронавируса не способствует улучшению. Всемирный банк считает, что в этом году экономика всех стран упала на 5%, а в России вообще на 6%. Это самый сильный откат мировой экономики со времен Великой депрессии.